Показатель, отражающий количество преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами, увеличился в 2022 году более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду за 2021 год. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия УМВД России по Рязанской области планируют проводить совместно с администрацией города Рязани для стабилизации ситуации, связанной с ростом преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами? Пожалуйста. Комплекс мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом рецидивной преступности, нами проводится, и проводится он еще с прошлого года, и имеет положительные результаты. Так, если по итогам года рост составил на 16% рецидивной преступности, то в текущем году на территории Рязани отмечается снижение на 28% рост рецидивной преступности. Основные усилия в текущем году будут направлены на повышение качества проводимой индивидуальной профилактической работы с лицами, ранее судимыми и состоящих на профилактическом учете. Проводятся также мероприятия. Однако тоже хочу заметить, что полиция не единственный субъект профилактики правонарушений. Есть еще органы социальной защиты, медицинское обеспечение, центры занятости населения. И оказываемые услуги лицам, ранее судимым, требуются в первую очередь лечение от реабилитации от наркомании, алкоголизма и профессиональная ориентация.